слышим вас громко и отчетливо. Принято 01. Все системы в норме. К вам направляется Black Hawk для вывоза. Расчетное время подлета 3 минуты. Вас понял, ожидаем. Разведка снова на связи. На крышах на вашей территории обнаружены многочисленные силы противника. Ваше оперативное подчинение направлен полностью вооруженный предатор. Просто установи связь с предатором. Нам нужно выиграть время. Множественные цели уничтожены. Дай им еще раз. Вертолет на подлете! Сбейте его! Система наведения снова на связи. На борту полный боекомплект управляемых бомб. Запрашиваю разрешение. Lightning 3-1, разрешаю вступить в бой. Высота минимальная. До подлета 5 секунд. Ракеты пошли. Подтвердите первичные удары по каналу предатора. Сэр, похоже, все точки обезврежены.
Отлично, Сэндман. Мы восстановили контроль над Манхэттеном и отодвинули фронт к реке. Наша следующая цель? Командный штаб русских, подлодка класс «Оскар-2». Ракет на ней хватит, чтобы сравнять с землей восточное побережье. Ударим немедленно, не давая контратаковать. Принято. Наше задание. Проникнуть на судно, захватить мостики, обратить оружие против их же флота. Объединитесь с морскими котиками и сделайте дело. Удачи. Собирайтесь, парни! Где точка заброски? Туннель Бруклин-Баттери. Я думал, он разрушен. Точно. На месте. Команда из 9-4, металл 0-1 на связи. Односторонняя проверка связи. Принято, 0-1. Слышим вас отлично. Линия эхо захвачена. У нас есть разрешение действовать. Мы в одной минуте. Только побыстрее, мы не хотим тут весь день проторчать. Без нас только не начинайте. Почти готово. Основная точка входа открыта. Оставайтесь вместе. Здесь легко потеряться. Держитесь на 2,9,5 градусов, 300 метров до встречи. Металл 0-1, вижу вас на трекере. Принято, подходим к точке контакта. Команда котиков должна быть прямо над нами. Вижу их. Подлодка в пути, времени на перехват мало. Принято, видите. Внимание на сонар, здесь русские мины. Следи за локатором. Мина! Держись на курсе. Справа, справа. Еще одна мина. Прошли. Здесь русские мины. Следи за локатором. Мина! Держись на курсе. Справа, справа. Цель близко. «Оскар-2». 8 часов. Спокойно. Ждем, пока пройдет. Пошли. Займи позицию. Ставлю. Закладываю. Фрост, прикрепи к ней мину. Фрост, на позицию. Отлично. Мы подготовим отход. Взрываю! Оверлорд, металл 0-1 на связи. Подлодка всплывает. Приступаю к атаке.
Принято, 01. Возвращайтесь к основному заданию. Мы должны защитить управление ракетами на подводной лодке. Всем оставаться на местах! Они хотят уничтожить подлодку! Действуем быстро! We'll be right back.
Установи взрывчатку на дверь. Принято, 0-1. Подтверждаю, Нептун. Ключ для запуска ракеты. Получаю коды. Координаты по сетке. Танго, Виски, 0-5-6-6-2-8. Координаты подтверждены. Огонь по русскому флоту через 30 секунд. Фрост, пульт управления. Принято. Команда котиков ждет вас. Пошли, пошли! Позывным мы больше не обороняемся. Повторяю, объединяйтесь и контратакуйте. На связи группа «Фокстрот». Русские отходят. Мы идем за ними по пятам. За рваными линиями фронта еще остались русские, отвергающие безумие Макарова. Люди, готовые пойти против течения. Прайс, признаки жизни есть, но слабые. Без медицинской помощи СОУП долго не протянет. Живучий чертяка, он выкарабкается. У нас входящие сигнатуры. Мы не одни. Макаров всегда доводит дело до конца. Кто у вас лучший? Юрий, бывший спецназовец. Единственный, кто ненавидит Макарова больше, чем ты. Бери его. Они полетят с юга, прикрываясь хребтом. Откуда ты знаешь? Я бы поступил так. Высаживаю!
Отправьте команду на крышу! Юрий! Юрий, сюда! Мы должны отнести Соупа к вертолёту! Что это? Сюда!